Когда-то мы жили в этой стране. У нас было, как нам казалось, все самое лучшее, доброе, честное и правильное. Мы строили корабли, летали в космос, добывали уголь, ездили в пионерские лагеря, гордились своей техникой, ставили рекорды, делали гимнастику, ходили на парады, пели песни, смотрели телевизор, делали олимпиаду. Мы все это делали сами. Нам было чем гордиться. И это было известно всему миру. Это было сделано в стране, которой больше нет. Сделано в СССР. Премьера в пятницу на ТВ Русь.